В Димитровграде произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По официальным данным, в понедельник 22 жителя Димитровграда госпитализированы с диагнозом отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что все пострадавшие покупали слабоалкогольный напиток в точках продаж разливного алкоголя. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, 9 димитровградцев скончались в больнице, остальные находятся в тяжелом состоянии. После первых пострадавших и погибших сотрудники полиции получили ориентировки для изъятия суррогата. Предварительно установлено, что погибшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах города. Продукция поставлялась от предпринимателей из Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия. Предпринимателя, производившего продукцию, задержали. Правоохранителями проведен рейд по месту, где и производили напиток. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе осмотра 23 магазинов продажи разливных напитков изъяли продукцию «Мистер Сидр», которой предположительно и отравились пострадавшие, в количестве 193 кеги с объемом по 30 литров каждая. Суррогат отправлен на физико-химическую экспертизу. Я сегодня домой пришла в 4 часа утра. Все конфисковано, все опечатано, все увезено. Ни одного сидра, никакого, даже литра нету. Региональный Минздрав находится в режиме повышенной готовности, ожидая поступления в больницы новых пострадавших. При алкогольном отравлении суррогатом появляется тошнота и рвота, боль в животе и плавающие пятна перед глазами, а также одышка, учащенное дыхание и судороги. Тяжесть отравления зависит от количества выпитого алкоголя. Врачи категоричны в своем вердикте. В случае отравления следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Домашним способом тут категорически нельзя лечиться, необходимо сразу вызвать скорую помощь, обратиться в ближайшее медицинское учреждение, и там уже человеку будет оказана помощь. На ЧП отреагировал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В частности, он призвал предпринимателей срочно прекратить продажу алкосодержащего сидра, а правоохранителям максимально оперативно изъять суррогатную продукцию на территории региона. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.